Почему одних смерть минует, а других забирает с собой? Я так и не смог найти ответ. Приходит. Рано или поздно. Когда теряешь больше 6000 людей за 4 часа, очередная смерть становится просто цифрой. Друг погиб, а остальное было неважно. В глубине души я жалел, что погиб он, а не я. Погибшие отдали все свои долги. Помнит семья, друзья, соратники и народ Америки. Прости, Митчелл. Уилл был одним из лучших. Знаешь, мы своих не бросаем. Если тебе нужно... Простите, рядовой Митчелл. Я Джонатан Айронс, отец Уилла. Мистер Айронс, мы скорбим вместе с вами. Я уверен в этом. Митчелл, вы лучший друг Уилла. Дяди, сэр. Не просто ужасный, сержант, ненужное. Сынок, я хочу дать тебе второй шанс. Мистер Айронс, Митчелл уволен в запас, его раны... Я знаю о его ранах, сержант. У нас в Атласе есть протезы, которые появятся в армии только лет через 20. Уилл говорил мне, какой ты солдат. Ты заслуживаешь места в армии, которое... Подумай. Уилл не мог умереть зазря. Ладно, вы все знаете, что делать. Все по местам. Двое на террасе. Вот там двое. Двое, Митчелл. Вали их. Мы нашли его. Пресс-центр, южное крыло. Понял, Пророк. Мы зашли. Митчелл, кидай сенсорную гранату. Собраться у двери.